А вот в Черкассах бойцов АТО кормят обещаниями уже который месяц. В августе депутаты громко пропиарились, выделили почти 2 миллиона гривен на нужды военных. За окном ноябрь, а на восток они и копейки пока не отправили. Где же деньги? Выяснял Станислав Кухарчук. 1 600 000 гривен на каски, бронежилеты и тепловизоры для бойцов АТО. Сумма приличная. Ее выделили депутаты Черкасского горсовета. Для того, чтобы избежать тендерных процедур и побыстрее освоить, средства разделили между департаментами исполкома. Они и должны были осуществлять эти закупки. Но с тех пор прошло уже 3 месяца, а денег так и не потратили. Тут саботаж и политика с домишками политики. То есть саботуете? Навмисно відбувається саботаж. Чому департаменти, керівники департаментів не розібралися в цій ситуації і не сказали ще там місяць, наприклад, назад, що отут може бути проблема, оцього ми не зможемо зробити. Чиновники говорять, потратити ці гроші не можуть. Мов, вони виділялись із бюджету розвитку міста. А це особа стаття розходів, предусматривающая закупку товарів не дешевле 2000 гривень. А більша частина амуніції стоїть гораздо менше. Правда, є не тільки амуніція. К примеру, ті ж самі тепловізори, вони стоять гораздо дороже. Правда, объяснить этот казус чиновники внятно не смогли. Надо разбираться. Я же еще раз вам говорю. Когда было решение принято комиссией? Когда? Кому оно было принято? Разбираться в конкретном каждом случае. Черкасские волонтеры и активисты не стали ждать, когда чиновники в очередной раз начнут разбираться. Сегодня они пришли на сессию горсовета для того, чтобы заставить местные власти выполнять свои обязательства. Иначе уже 31 декабря непотраченные деньги снова вернутся в бюджет развития города. И не факт, что их захотят снова выделять. Якщо у вас на сьогоднішній день 2 місяці не можете вирішити питання, що хоч що-небудь зробити, у нас хлопці стоять на блокпостах, у нас сплять на землі. После общения с активистами чиновники снова дали обещание завтра собраться и внести изменения в список закупок, необходимых для бойцов АТО. Только вот соберутся ли? Большой вопрос. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасы.